крае будут контролировать стоимость и запасы лекарств в сезон ОРВИ и гриппа. Накануне алтайский Минздрав заявил о недопустимости завышения отпускных цен на жизненно важные препараты. В преддверии эпидсезона ведомство решило внепланово проверить аптеки. Пока ревизоры побывали в 9 местах продаж, в каждом из них лекарств оказалось достаточно, и цены были не выше допустимых. Всего же в мониторинге Минздрава около 100 государственных и муниципальных аптек, 7 крупных частных сетей и 5 оптовых компаний, которые завозят препараты на территорию края. Для того, чтобы никаких, скажем так, вакханалий с ценами не было, мы обязательно это отметили, конечно, на нашем совещании, предупредили на то, чтобы вот этого резкого скачка, резкого роста цен не наблюдалось. Мы же будем подавать информацию о нем и в управление по тарифам можем, и в Росздравнадзор, мы все это можем сделать. Я не думаю, что аптеки будут с этим баловаться.